Так, всем привет, меня зовут Алена, мы продолжаем решать более-менее трудные задачки на вероятность. И сегодня про рестораны в городе Тамбове. Так, микрофон. Все нормально. Так, что у нас здесь за ситуация? Гость бросает одновременно две игральные кости. Если он выбросит комбинацию 2 или 6 хотя бы один раз из двух попыток, то получит комплимент от ресторана, чашку кофе. В принципе, нам не важно, что он получит. Какова вероятность получить комплимент? Результат округлите до сотых. Так, ну что, здесь начинаем с элементов комбинаторики и нужно найти, сколько всего вариантов. Он бросает одновременно две кости. Представляем, он бросает первую кость. То есть может выпасть 6. Бросает вторую кость и тоже может выпасть всего 6 вариантов. Получается всего 36 вариантов. А вот дальше уже давайте разберем нашу задачку на два случая. Зачем ему две попытки? Это значит, с первой попытки он может получить ту комбинацию, которая ему нужна, сразу. Давайте с ней разберемся. То есть 2 или 6 выпадает с первой попытки. Выпадает с первой попытки. Ну, представляем. Вероятность того, что выпадет 2, 1/36. Почему? Потому что нам нужно. Да, которые могут выпасть за 2 раза. 36. Бросаем второй раз, и у нас должна выпасть шестерка. Шестерка у нас тоже только 1 из 36 возможных. Получается 2/36 или 1/18. То есть это вероятность того, что выпадет то, что нам нужно с первой попытки. А зачем нам нужна вторая попытка? Чтобы использовать ее, значит, с первой попытки нам должно ничего не выпасть. Вероятность выпадения, то, что нам нужно, это 1/18. Тогда вероятность, что нам не выпадет ничего, 1 - 1/18. Получается 17/18. Хорошо, вторую попытку рассматриваем. Вторая попытка, это значит, что сначала ничего не выпало, а потом тут же и тут же выпало то, что нам нужно. То есть ничего не выпало, это 17/18, и тут же выпало то, что нам нужно, это 1/18. Перемножаем, это получается 17/324. И итоговая вероятность состоит из суммы этих вероятностей, то есть P1 плюс P2. Он или добивается своего результата с первого раза, да, раз у него дано две попытки, или добивается своего выигрыша со второго раза. Если он добивается с первого раза, это 1/18, если добивается со второго раза, то 17/324. Так, ну это получается, если посчитать, у меня тут посчитано 35/324, и надо округлить до сотых, то есть это будет 0,11. Вот такой ответ. Здесь вся проблема в том, что всего-всего вариантов 36. А так стандартная задачка. Лайки, подписки, комментарии. Буду благодарна. Найдете ошибки, пишите. Я бывает ошибаюсь.